дамы и господа, в этот раз мне удалось запрыгнуть на сцену и не упасть. И это тоже хороший знак. Ну что ж, мы рады приветствовать вас здесь у нас на съемках нашей программы, которая называется «Худсовет», в клубе, который называется «Кластенберри». Кто мне скажет, как это переводится? Какая-то ягода. Нет, это вы то, что говорите, это не очень. Я не могу это сказать вслух. Как обычно, музыканты хохмят, потому что осталось еще второе отделение, и он еще не знает, как я могу хохмить над музыкантами. Поэтому обойдемся пока без взаимных шуток. У вас гитара, кстати, не настроена, колки стоят неровно. Но это старая шутка. Ну что ж, друзья, я хочу пригласить на эту сцену звезду сегодняшнего вечера. Человек, который приехал к нам из Израиля, но до этого родился в Америке. Человек, который переиграл с огромным количеством зарубежных звезд. Человек, который подарил нам сегодня этот замечательный вечер. Лазер Ллойд, ваши аплодисменты, друзья! Сейчас чуть не произошел казус. Лазер пытается открыть свой кофер от гитары и говорит: «Где моя гитара?» Все начали искать гитару, и тут Дмитрий вспомнил, что гитара оказывается на сцене. Ну что ж, Лазер Ллойд, ваши аплодисменты. Спасибо. Thank you very much, Moscow. Thank you, Glastonbury. So good to be here. So good. Yeah, we're gonna play more. Yeah, let's do some nice Friday night. Thank you.
back home of psychiatrists. You can go and say a hi. Boy, you know, I learned to keep it simple. No worries on my mind. I'll find a little something. Keep me moving on down the line. Oh, yeah, yeah, I feel so fine. When I get a taste of my Friday night red wine. Oh, yes, now I feel so fine. When I get a little taste, I'm a Friday night, red wine.